перерасчет? Да, нет. День открытых дверей для компании «Мособлъерц» – это возможность установить обратную связь с населением, а для жителей – задать волнующие их вопросы и получить исчерпывающие консультации. Такая практика существует в компании уже около 2 лет. В Одинцово подобные мероприятия проводятся 2 раза в год. Данное мероприятие у нас нацелено на получение обратной связи, в первую очередь от наших жителей, безусловно. Понимание того, насколько правильно мы выстроили свою работу, насколько в правильном направлении мы движемся и какие пожелания еще присутствуют. Вот. И помимо этого мы, безусловно, ставим своей целью, приглашая на данное мероприятие всех сторонников, участников. Это, соответственно, наши контрагенты управляющей компании, представители администрации, представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства. То есть собрать всех в одном месте для того, чтобы получить объективную оценку по нашей работе. Одинцовский район является для компании развивающимся кластером. Число абонентов в муниципалитете растет из года в год. Сейчас количество лицевых счетов составляет порядка 80 тысяч. Мы в этом месяце уже дополнительно еще выпустили по поселениям такие, как Каринское, Ершово, в следующем месяце еще Заречье у нас есть. Каждый месяц мы сейчас по графику, согласованному с администрацией, управляющей компанией, мы добираем еще территории, которые входят в большую управляющую компанию. Это Одинцовская теплосеть, большая управляющая компания. Она и управляющая, она и ресурсник. Поэтому мы должны по графику до февраля 2019 года забрать весь фонд жилой, а это почти 50 тысяч лицевых счетов, должны забрать себе на обслуживание. Таким образом, мы доведем процент лицевых счетов по Одинцовскому району, который обслуживается МОСОБРЦ, порядка до 80%. Решить вопросы ЖКХ можно теперь и из дома. Для удобства и экономии времени для каждого абонента в МОСОБЛЕИРЦ создан личный кабинет, с помощью которого можно следить за начислением и оплатой в режиме онлайн. Данная услуга пользуется большой популярностью. А для тех, кто не смог разобраться с интерактивным сервисом самостоятельно, в день открытых дверей операторы проводили мастер-классы. Упор нашей компании, безусловно, на сегодняшний день сделан на интерактивные сервисы. Это перевести взаимоотношения с нашими жителями в плоскость диванного потребления. Сидя на диване, увидеть всю информацию, имея смартфон, ноутбук, компьютер, увидеть все те начисления, которые проведены, произвести свои собственные внесения показаний объемов потребленных услуг внутри личного кабинета, довнести туда, либо, скажем, собственным образом, сформировав некое такое заявление, либо составив вопрос, получить на него достаточно жесткие сроки, более короткие регламентные исполнения. Но и самое основное – это оплатить платежный документ, не выходя из дома, без комиссии. Перечень услуг, предлагаемых МОСОБЛЕИРЦ, ежегодно увеличивается. Так, жители, обратившись в компанию, могут установить не только водо- и электросчетчики, но и поменять окна или установить систему кондиционирования. Мы имеем достаточно большой поток и ориентированы не только на коммерческую стоимость, но в связи с этим потоком мы цены, у нас, например, сегодня установка 2 счетчиков, это 4200 рублей. Это, если вы в курсе, это еще расценки 3-летней давности. Повышение качества обслуживания клиентов – приоритетное направление развития компании. По итогу дня открытых дверей в обязательном порядке составляются специальные чек-листы, в которых фиксируют недочеты в работе и пожелания жителей. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».